За время проведения акции в Управление внутренних дел по городу Сочи поступило около десятка подделок. Инспекторы ПДН совместно с членами общественного совета при УВД Сочи организовали комиссию по определению лучшей елочной игрушки. Сначала было выбрано 6 игрушек. Среди них машина ДПС, светофор, жезл инспектора ДПС, снеговик полицейский. А уже из них была выбрана игрушка-победитель. По итогам голосования победителем акции «Елка дяди Степы» в Сочи стала 14-летняя Ангелина Кучерова, ученица 9 класса Дагомысской школы номер 76. Ангелина подарила правоохранителям снеговика полицейского. И теперь именно он вместе с елочными игрушками, изготовленными школьниками со всего края, будет украшать елку в фойе главного управления МВД России в Краснодаре. Кроме того, видео поздравления Ангелины Кучеровой, адресованное сотрудникам полиции, размещено в блоге дяди Степы на сайте краевого управления. Они стоят на дороге в холод, в мороз и в дождь. И ловят преступников. И мы сделали вот эти замечательные подделки: снеговики, жезлы, светофоры, чтоб и у них поднялось настроение, чтобы они помнили о нас. С Новым годом! Все школьники, принявшие участие в акции, получили памятные подарки от членов общественного совета при УВД Сочи.